Новогодние истории особенные. В них всегда есть место чуду. Чем же порадует нас декабрь? Сказку «Ледяная история» можно смотреть со 2 декабря. В стране холода правила добрая королева Маражана. И делали мороженое для детей. Но власть захватил злодей Сосулька и остановил производство. Девочка Варя, мальчик Артем и его дедушка вступают в борьбу. Комедия «Здравствуй, Дедушка Мороз» в прокате с 9 декабря. Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе Дедов Морозов в новогоднюю ночь. Нарядившись в костюм и бороду главного зимнего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше и обещает исполнить его желание — вернуть папу. Фильм «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков» можно смотреть 16 декабря. Правнучка Деда Мороза, Снежинна, случайно ломает механизм волшебной книги «Хроник Деда Мороза». Туда заносятся все, кто получит подарки. Теперь их будущее под угрозой. Снежинне предстоит открыть тайну подарков прадедушки, найти свое предназначение и исправить случившееся. Ей помогут юный механик и хранители тайны подарков —